Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Денчик и Тучка, Play Market, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Ребятушки, сегодня у нас классная игрушка, называется Content Warning. И спеть, кушайте, приятного аппетита, а мы будем сегодня снимать страшные ролики и почувствуем себя в роли ютубера. Погнали! Ребята, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Так, надеюсь, что Ютучка, сейчас ты снимешь очень классный ролик, который попадет в этой игре в тренды. Бывает? Ну, я постараюсь. Это наш завод. Так, далеко мы заспанили. Так, фонарик есть, буду экономить максимально. Это ж Геннадий. Ну чё, пацаны? Да, прощай. Ого, ты упал. Ой-ой-ой. Отлично. Так, сколько у меня фонарика? Вы все здесь? Ага, это мой усталость. Это фонарик. Паук? Опа, смотрите. Схватила нашего. Беги, 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 быстрей, наверх. Не могу, не могу. Ты так фильмы и не снял, да, жопа? Я сдох. Надо, пацаны, камеру забрать как-то. Меня сразу убил. Дим, попробуй забрать. Я больше не буду камераменом, все, вот это сами снимать. Не-не-не, ты будешь, ты должен снять хоть один фильм на планете. Все, можете забирать камеру, он у меня. Нам нужно найти дефибриллятор, чтобы вы меня оживили. Мне его здесь не будет. Так, сейчас я, короче, сохраню себе энергию, чтобы можно было убежать, если что. Вот камера. Он ушел. Сними мой труп. О, ты камеру взял? Все, теперь ты будешь Денчик снимать. Я не брал. А кто это взял? Плеймарк. Плеймарки, давай, теперь ты снимай. Ну, пойдем монстр искать, Дима. Слышишь? О, там улитка идет к вам, смотрите. Она раздувается, кстати. Да ну тебя нафиг, я валю. Снимаю, снимаю. Давай, снимай фильм, по-любому мы должны бабок заработать. Вот чуть-чуть поснимай. Блин, очень страшная игруха, ладно. Я чё очкую? Ой. Вон та улитка вонючая бежит. Ты сдох? Я хорошо снял уже, прям хорошо. Да? Сколько у тебя еще там времени? Половина есть снимать? Почти полный. Так, идем сюда. Так, у меня 34% заряда. Очень мало. Только вы экономите стамину и кислород. Я знаю. Не так, кислорода еще много. Как идти назад, молодцы. Я помню. Молодцы. Я знаю. Мне кажется, обновили луч фонарика. Да, не знаю, кстати. Раньше со стороны он не так смотрелся. Дим, если на вторую третью ночь может гидрофонарик появиться огромный. Да? Это хорошо. Забрать нужно. Так, только у нас половина кислорода, мы сразу возвращаемся назад. О, там ребра, сзади, сними. Сзади тебя ребра. Вон. Снимаю, снимаю, еще один. Или это он же. Опа, еще один. Нет, это тот же. Я его боюсь. Вон проход есть. Все, бегите. Я его подснял, хорошо, все. Так, подожди, она мне сюда. Это тупик вообще. Мы в ловушке. Да, это не лову. А зачем он нас привел сюда? Вы сейчас отбежите, не бойтесь. Все, Макс. Не обманывай. Убегайте, все. Налево. Ну беги, челепись, Дрик. Ё-моё! Ё-моё! Мать моя женщина! Ё-моё! Коромысло! Блин, хочу говорить плохие мочекливые слова, но не буду. Давай. Я бегу. Ой, кстати, Дима в ловушке. За плеймарком все монстры. Что у меня с рукой? Дима, тебе... А что? Дима, сбежать, ты можешь убежать. Да я знаю, я могу убежать? Да. Плеймарк пришел. Я слышу, как они ходят прямо здесь, за столбом. Сейчас к тебе приду. Я слышу. Если что, я был хорошим человеком, прощайте. А ну ты там где? Да блин, я в столбу. А мне рука светит как-то через жопу. Все, энергия села на фонарике. Ребята, все в моих руках. Половина энергии. Ой, кислорода, я должен как-то вырваться. Пацаны, подсказывайте, как, если что, бежать, хорошо? Если что, потом налево бежишь. Налево? Налево сразу. Налево, да, налево. Дим, половина кислорода, пора возвращаться. Вот, и сейчас теперь бежи, бежи, да, беги прямо. Дим, я тебя жду уже. С прыжками будет, вот налево, налево. Да, 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 прямо, беги. Там пивук. Да, там надо было... Он дальше пошел. Сейчас энергия пополнится у меня, я резко побегу. Сейчас, если что, вот иди направо. И направо. Да, направо. Сейчас, короче, я выхожу резко направо, да? Угу.
под мой труп. И черепок свой, вот. Все, идем, поднимаемся наверх и камеру будем смотреть. Ура, пацаны, мы смогли выжить. Но двоих потеряли. Ничего, две потери, это сколько, по 7 долларов с вас снимут? Или я не помню уже сколько? А кто его знает? Наверное, ноль, потому что надо же нету... Сейчас тут мутант появляется, и мы умираем с ним. Да. А как вы узнали? А такое может быть? Да, если особенно, что вот привидение... Невидимый паук, может быть. Или Сквидвард, кстати. Так, кислорода и хватает нам, все четко. Блин, ну эта вывозка была очень такая напряженная и стрёмная, конечно, с потерями. Но классные эмоции. И камера у нас. Отлично, пошли. Так, Китучка, ты где? Я уже здесь, на диване сижу. Ага, я понял. Ставьте диск. Смотрим. Черепочек. А тебя так встану? Это мой трупешн. Ого! Это жесть. А ты ничего не говорил в игре, да? И оно не записалось. Ничего. Чуть маловато просмотров. Ну ладно. О, как ты это сделал? Подпрыгивай, и там вот сверху кровати же у нас стоят. Подпрыгивай и ложись на них. О, какой-то баг узнали. Блин, ну это эпично, прикольный баг. Ребята, опа. Сейчас, надеюсь, будет все удачно. Да, пацаны? Так, достаем фонарик. А ладно, все равно ты умрешь первый. Ой, тарон закрыл. Ты умрешь. Я прям чувствую, как это происходит. Нет, это ты умрешь. Я камерамен. Я неприкасаемое лицо. Да? Да. Все, давай фильмасик снимай крутой, чтобы хотя бы несколько тысяч просмотров набрало. Идем. Ну, ваши 40 долларов. У нас с Дэном есть одна тактика, где можно просто спавнить монстров. Точнее, ждать спавна их и снимать. О, давай. Снять. А как это сделать? Это такой более скучный способ. Но зато он прикольный. А кислород не кончится, пока будем ждать ваших монстров? Ну просто, да не. Просто будем стоять, опа. Там кто-то есть? Тут ребра. Ага, я понял. Снимаю. Человеческие. А это не открывается дверь? Ледошер тут. Где ледошер? Наша это. Их музей сдать. Будет экспонат. Че, пацаны, монстра видит? О, челепиздрик, привет, улиточник сын. Это Коля. Ты снимаешь его, Коль? Я снимаю. Улитка, мы тут. Но! Он сожрал нашего, да? Это обнимашки, они его просто обнимают. А жизни не отнялись? Отнимаются, почему? Только не так много. А! Да что со мной? Блин, он намотался на это, как... Боже, как я дернулся! Дима за нами бежит. Вы его там бегите к нам. Да блин, я застрял. Там Сквидвард. Там Сквидвард. Он ушел. Там блин, я боюсь этого улиточника в дочку эту. А вы к выходу пошли? Там еще хуже. Да? Там был Сквидвард. Там так снимай, тучка, снимай же. Я-то снимаю. Давай. Просто одна улитка, это... Дима, наверх запрыгнул. Я иду пока что пообследую территорию, сейчас. Я вернусь. То я наверху. Вон он ходит. Так, и что дальше? Мы просто будем снимать его так? Угу. Только не его, тут могут быть и другие монстры. Я сейчас туда найду. Мы прогуляемся, вы стойте тут. Да. Да, не, так неинтересно. Ты ж проиграешь, сейчас тебя улитка сожрет. Тогда с нами ходите. Ну так я иду и так с вами. У меня много хп еще. У меня половина, ровно. Из-за этих вонючих там этих крутилок. Он ну, такой стрёмный, кстати. Найдем. Он даже под цвет этих стен, кстати. А сейчас прикиньте, о, слышу! Я слышал монстра. Кого-то нет. Ладно. О, я слышу, пацаны приближаются. Не? Чё да. За звуки? Ух ты! А зачем вы притащили эту кишку вонючую, засратую? Где вы ее взяли? Что это за чужой? Это удав? Да. Думаю, запись опять-то не такая, как это получится. Но хотя бы что. Так, сейчас проверим, сколько же и тучка нас собирает просмотров. Мало. Не 200 же ж? Отвечаю, мало.
Отвечаю, сейчас мало собираю. О, вот червя. А чё лагает? Это такое бывает что-то. Ого, оно там кидалось. Нифига себе. Оно за двоих цепляется. А, да? Да-да-да. Всё. Вот это, Дима, мы с тобой и слышали. 350. Ребята, теперь я буду кинооператором и ютубером. Все в одно в лице. В принципе, как и всегда. Опа. Так, вы опять будете спрыгивать. О, мы в этот раз близко, да? Заспавнились. Mm-hmm. Ребята, всем привет. Сейчас будем исследовать этот заброшенный мир и прыгать вниз. Прыгаем. Это было сильно. Сейчас будем искать здесь монстров и снимать их. Все, погнали. Так. Вот, Дима, маленькую палочку просто. О, что-то у тебя в руках за штуковина. Хот-доги какие-то. Ля-кебаб. Ля-кебаб, точно. Так, идемте. Я думаю, что монстры здесь по-любому есть. Улитка. Смотрите, смотрите, что мы здесь нашли. Смотрите, там монстр. Видите его? Вот он. Ого, он стрёмный. Выходи, выходи. А, бегите, бегите, сзади монстр. Она медленная, нормально. Дима, знаешь что, смотри на меня. Так. Я сейчас тебе кое-что покажу. Давай. К вам Сквидвард идет. И что ты сделал? Я в тебя кинул. А! Что? Что творится, Вань? Это Сквидвард. Помогите, помогите! А! Что за слюни? Что за сопли? А! Беги! Я умер! Быстрее! На выход! Как выходить? А только туда надо выходить, и туда, где мы пришли. А как? Помоги, помоги! Туда? Не туда! Я, кстати, тебя сюда надо идти. А, не сюда? У меня энергии нет совсем. Пацаны, вы живые? Это я. А. А, если про монстра, то это Сквидвард ходит. Так, он сейчас. Так. Он тут сейчас, налево нам. А там сопли, смотрите, что там творится вообще. Ну, это ловушка же. Это жесткая ловушка. А! Сука, он лежит. Так, куда ж мы врезаемся? Куда идти? Блин, два раза... Да что творится? А! Меня опять скинули! У меня нет жизней! Пацаны, я умираю! Дима! Дима, беги за мной сюда! Беги сюда! А! А! Ко мне беги! Ко мне что сюда! Ты смотришь? Да что застрял? Ты застрял? Я не знаю, что творится со мной. Там турелька, псина это. Манеж. Да блин, это жесть! Вы обижали все от меня, опа, уходили! Я ж хочу к тебе прийти, но блин, собака, турель. Я спускаюсь вниз, я не знаю, зачем я это делаю. Я иду к выходу. Так, а как мне выйти? Тоже помогите, как идти? Где ж там Дима? Блин, стрёмно. Собака ходит, блин. А где его искать? Да, где он может быть? Я спустился ниже, сейчас я, короче, пытаюсь выйти, пацаны. Я знаю, где он. Он туда в большие двери пошел. Дай. Понял. Блин, там собака. Да, мы ж вот не можем к тебе прийти из-за собаки. Дэн, бежим. Быстрее. Пацаны, я вас жду тут где-то. Ребята, очень стрёмно. Вот, ура. Куда идти? Карта, да, очень классный там ролик снял, но надо выйти по-любому, чтобы посмотреть, что я снял. Если этого не произойдет, это будет очень глупо. Это будет фиаско. Это будет очень сильная фиаско. Нам туда надо прямо в двери, вот сюда. Все, идем. В двери и налево. Нам теперь главное выбраться. Очень опасный, напряженный момент. Очень. Если мы проиграем, это жесть. Стоит там, стоит. Сквидвард, бежим. Дима, беги. Он за вами пошел. Стамин, Дима, выход. Он за вами пошел. Твою мать! Энергия, пожалуйста! Давай. Мы практически выбрались. Он за мной бежит. Я его отвлек на себя. Это жесть. Беги. Быстрее. Сейчас я к вам приду. Давай. Сейчас он уйдет быстренько. Уходи. Тварь. Они выходят. Все, можно без тебя ехать? Я всю пленку отснял. Ребята, сейчас очень интересно, сколько же мой ролик наберет просмотров. Очень. Ребята, ну что, сейчас будем смотреть, что же я тут наснимал и сколько ролик наберет просмотров. Очень интересно. Ребята, всем привет. Сейчас будем исследовать этот заброшенный мир и прыгать вниз. Это было сильно.
Сейчас будем искать здесь монстров и снимать их. Смотрите, смотрите, что мы здесь нашли. Смотрите, там монстр. Видите его? Вот он. Ого, он стрёмный. Выходи, выходи. А, бегите, бегите, сзади монстр. Помогите, помогите. А. Что за слюни, что за сопли? А, беги. Быстрее, на выход, как выходить? Так, так. Да там сопли, смотрите, что там творится вообще. Да, да что творится? А, меня опять кинули. У меня нет жизни. Пацаны, я умираю. А, а. Да что застрял? Нам теперь главное выбраться. Очень опасный, напряженный момент. Очень. Если мы проиграем, это жесть. Мы практически выбрались. Это жесть. Это жесть. Беги, беги, беги. Быстрее. Соглашусь. Доход 134 доллара составило. Если понравилась эта серия и эта игрушка, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Вам всем отличного настроения и всем пока.